Первый съемочный день. Мы с Рожковым, Денис Рожков, значит, он ДПС, инспектор ДПС, я, значит, следователь. Холодно. Давай зайдем в подъезд погреться, давай зайдем, стоим. Я говорю, слышь, давай сейчас кто войдет, мы скажем, документы предъявите. Ну, проверим, верят там или нет. Мы стоим, значит. Заходит мужик с обочками, стоять. Документы. Он так посмотрел, говорит, что-то вы, ребята, ряженые. На ментов не похожи.